Привет, меня зовут Эд, и сегодня я запишу для вас несколько видеорецептов на тему здоровья и красоты. Сегодня я продолжаю тему больных суставов. У меня уже как минимум там от 3 до 5 рецептов различных, и эликсир есть, и рецепты для наружного применения. Сегодня я дальше продолжаю писать и выкладывать рецепты от проблем с суставами. Итак, сегодня рецептик такой. Берем, замешиваем классическое дрожжевое тесто без яиц и без молока. Создаем такую себе любую лепешку. Лепешечку такую вот длиной там, я не знаю, сантиметров может быть 30 и шириной сантиметров 10. Испекаем ее то ли в микроволновке с конвекцией, то ли в духовке. Просто печем классически нашу лепешечку из дрожжевого теста. Вынимаем, когда она уже готова, так сказать, когда наш хлеб готов. Вынимаем, примерно через 5 минут разрезаем острым ножом ее вдоль. Разрезаем. И смотрим, если еще очень горячая, ждем, чтобы мы могли наложить на больной сустав нашу вот эту разрезанную лепешку, чтобы она не страшно была горячая, а просто горячая, терпимо горячая. Когда такое наступает, такое ее состояние, быстро ложим на больной сустав и хорошо проматываем шарфом шерстяным или шарфом, а сверху эластичным бинтом, и держим в таком состоянии, пока лепешка на нашем суставе не остынет. Это может длиться там 15-часа, можно держать вот эту лепешку. Потом снимаем. Такую процедуру желательно делать через день, чередуя с различными другими моими рецептами и эликсирами от проблем с суставами, которых у меня там уже, так как я сказал, очень много. Все, применяем этот рецепт как минимум 3-4 недели, чередуя с другими рецептами, и все, вы будете наблюдать обязательно улучшение работы суставов, раз, боли будут уменьшаться, два, ну и, конечно, внутренний ваш сустав будет улучшать свои функции. Конечно же, как я сказал, надо чередовать различные рецепты. И тогда через месяц, через два у вас многие проблемы с суставами уйдут. А боли могут уйти уже через неделю применения различных рецептов. А иногда даже за 2-3 раза боли начинают постепенно стихать. Все, смотрите мои рецепты по суставам и дальше. Также смотрите другие мои рецепты для здоровья. Спасибо за внимание и пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему миру.